Всем привет, ребята! С вами канал Саша Лена. И сегодня мы пойдем покупать скрепышей Бравлы. Они совсем недавно вышли в пятерке. Ну и... Да, и скоро закончится 4 сентября. Так что сегодня мы хотим заснять, как мы покупаем скрепышей. Да, кстати, мнение одного не достанется, так как покупаем на Сашу на Ленину деньги. Нет, ладно, ребят. Деньги, потому что я потом Саше отдам деньги. Так, погоди, тихо. Короче, это наш первый ролик, где мы тратим деньги для контента. Так, мы уже подходим к пятерочке, вот это... Да, я покажу. Вон там. Да. Блин, и сейчас мы будем париться. Вот пятерка. Да, вот пятерочка. Не могу показать получше, ну ладно. Итак, мы уже взяли фрутоняня. У нас уже будет 2 скрепыша. За 3 фрутоняня будет 1 скрепыш. Мы набрали фрутоняня. Их уже 66 тысяч. Пойдемте на парк. Ну вот, мы купили 2 пакетика Браво. Их, ну тут нельзя прочитать, кто. Но вот я чувствую, у меня что-то кругленькое. У меня тоже что-то кругленькое. Прям круглое. У меня тоже прям круглое. Нет, у меня не круглое. Так, начинаем распаковку Бравлов в реальной жизни. Лене попался Вискас, Ворон, Пэм. Но это уже ничего, это наш общий. У меня Макс и Сэнни. Сейчас мы будем открывать еще 2 новеньких. У меня какой, смотри, какой цвет. Что? Феликс? Феликс! Как? Сейчас узнаем, что выпадет мне. Я теперь открываю свою Браву. Так, достаю. Кто там? У меня Пэм. У меня тоже Пэм. Окей. Смотри, какой цвет. Какой что цвет? Это? Ворон? Ворон. Так, хорошо, может, обменяемся. Я уже вот. И я открываю свой второй Браву. Это для чей уже? Что-то красное. Что-то красное, давай. Калин, блин, это мне попалось. Классно. Давай обменяемся. Хорошо, будет. На ворота. Вот я готов так обменяться. Нет. Пэм на Пэм, давай. Пэм на Пэм? Нет. Давай, ну, Саша, пожалуйста, давай Пэм на Пэм. Хорошо. А какие вам попались Бравлы? Напишите в комментариях. Ну, тебе повезло, теперь... Ну, я только полет за Феликсом. Ну, подводим итоги. Какие нам выпали Бравлы? Мне выпала Калет и Пэм. Нет, я не согласен. Калет и Пэм. Да, Ворон и Феликс. Вот так вот. Мне выпал Феликс и Ворон и Пэм. Ой, Пэм тебе выпал. Ну, что ж, с вами был канал Саша Лена. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.